той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелами многочисленное воинство небесное, славящие Бога и взывающие: «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Приходите, люди, с верой, посмотрите на Христа. Он родился на соломе в бедных яслях для скота. Если вы живете в доме, пригласите в дом Христа. Пусть сегодня, как когда-то, светит людям та звезда, всем прощая, раздавая дар Спасителя Христа. Ее любви лучами отогреются сердца, вновь надежду обретая, в мире радость получая. Пусть сегодня, как когда-то, светит людям та звезда, всем прощая, раздавая дар Спасителя Христа. Ее любви лучами отогреются сердца, вновь надежду обретая, в мире радость получая, славят вечного Отца. Пригласите в свое сердце, посетит вас благодать. Мир явившимся Иисусе, Бог вам радость хочет дать. Он любовь дарит не мерой, если ваша жизнь пуста. Посмотрите, люди, с верой на рожденного Христа. Пусть сегодня, как когда-то, светит людям та звезда, всем прощая, раздавая дар Спасителя Христа. Ее любви лучами отогреются сердца, вновь надежду обретая, в мире радость получая. Пусть сегодня, как когда-то, светит людям та звезда, всем прощая, раздавая дар Спасителя Христа. Ее любви лучами отогреются сердца, вновь надежду обретая, в мире радость получая, славит вечного.